Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие. Винчик, что нам сказать? Вы на канале Baby Go. Сегодня у нас логическая игра «Лягушка». Это занимательная игра-головоломка, тренажер для развития интеллекта у детей. Вот такая у нас коробка. Вот такая вот. Да, смотри пока, я немножко расскажу. Значит, эта игра научит вашего ребенка выполнять задания по образцу и разовьет умение думать и рассуждать самостоятельно, научит различать и называть цвета. И у нас есть в комплекте 10 игровых карточек, по которым можно раскладывать нашу лягушку. Давайте достанем и продемонстрируем. Друзья, игровые карточки. И вот она, наша лягушка. Ой, надо подставочку ее поставить, конечно. На подставочку. Сейчас мы все поставим. И короны ей на голову с карточкой одеть. Давай лягушечку на подставку. Сейчас мы всем покажем. А дальше ты разгадаешь головоломку. Так, друзья, у нас задание сегодня такое. У нас с одной, с правой стороны, с крайней, два зеленых, потом два желтых шарика, потом чуть-чуть левее два красных, два синих, потом желтый, зеленый, синий, красный, красный, синий, зеленый, желтый. Денис все эти цвета знает. Мы ему поставим, чтобы он видел. Поехали. Денечка, давай, смотри. У нас с тобой на карточке изображено, как тебе надо расставить все. Давай, я открою, давай, открою. Открою. Давай, вот повтори задание. Я давай буду тебе немножко помогать, потому что это достаточно сложно, да? Да, смотри, у нас с тобой какие цвета вот здесь, с самого края? Два желтых, два зеленых. У нас стоит уже два зеленых, один желтый. Давай вот этот желтенький, смотри на папину ручку, вот сюда переставим. Крутится, да? Здорово. Давай вот этот желтенький, держи. Держи его и веди его вот сюда, в следующую секцию. Так, давай, запускай его сюда, запускай. Давай, 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 старайся. Кстати, друзья, мы тренируем не только цвета, но и моторику, это стоит не забывать. Так, и что у нас дальше на карточке? Два синих и два красных, друзья, мы вам покажем. А смотри, у нас здесь совсем неправильные цвета, Динь. Нет, ты так неправильно будешь делать. Неправильно. Давай, я тебе верну. Давай желтенький вернем. Я тебе сейчас немножечко помогу. Синий мы сюда уберем. Желтый сюда. Зеленый тоже сюда уберем, чтобы не мешался. Смотри, два красных и два синих. Один. Давай красненькие сначала туда определим. Десять. Ты у нас прекрасно знаешь цифры. Ну давай красненькие подвинем вот сюда. Вот сюда. Давай я начну, а ты продолжишь. Давай. Так, один красный есть. А где второй красный? Это зеленый. Один туда. Да, один туда. Вот, ты помнишь уже на карточке нарисовано? Давай я тебе покажу, чтобы ты видел. Один. Так. Ну, смотри, у нас с тобой еще есть красненький? Вот сюда один, вот сюда один. Давай, вот сюда красную штучку давай определим. Денечка, как на рисуночке у тебя изображено, смотри, видишь, красненький. А здесь один только красненький, а нужно, чтобы было два. Да, да. Давай красненький вот туда двигаем. Дэн, держи, держи. Давай, ручку я тебе помогу, давай. Держи, смотри, оп. Давай красненький опускаем. Оп, опустили. Давай теперь синенькие тоже так же. Вот, держи синенький, поднимай. Так, давай. Друзья, мы напоминаем, что здесь два синеньких. И вот сюда. Давай тебе папа поможет. Пока сложно, да, моторику тренировать, но надо. Давай, я тебя подниму, а ты опустишь. Давай. Нет, это желтый. Он не здесь. Желтый здесь уже должен остаться. А вот синий отсюда можно забрать, Денюш, смотри. Забирай вот отсюда синенький. Забирай. Давай, я тебе помогу чуть-чуть. Так, и давай вниз его. Вот, молодец. И второй синий также, давай. Так. Так, ну давай, старайся. Вот в эту сторону двигай. Двигай вот в эту сторону. Давай мне ручку, я тебе помогу.
Так, вот этот синенький. Оп, опускаем. Так, друзья, смотрите, мы одну часть сделали, а дальше у нас желтый, зеленый, синий, красный. Это я упрощу тебе задание немножко. День, желтенький, давай, опускай желтенький. Желтенький, ага. Теперь зеленый, смотри, где зеленый у нас есть. Давай, ага, давай. Ну, опускай его вниз. Опускай вниз зеленый. Давай, вот этот, спускай вниз. Зелененький, давай, спускай вниз. Отлично. Потом у нас идет синий и красный. Давай синенький возьмем цвет. Да, это первая карточка. Самое простое задание, Денчик. Конечно. Давай теперь синий вот сюда опустим, Денюш. Держи синий. Нет, вот этот у нас уже занят. Вот этот давай тащи. Так, оп. А красный, Дэн? Красный. Давай, веди, веди. Веди вот сюда. Нет, дальше. Давай, Денюшка. Да, давай, вот этот красный, вот сюда. Готов? Давай, я тебе чуть-чуть помогу. Отлично. Отдай папе карточку, мы посмотрим последнюю часть, в каком порядке. И, друзья, и потом красный, синий, желтый, ой, красный, синий, зеленый и желтый. Красный есть. Нам теперь надо с тобой, Дэн, синий перегнать. Давай перегоним синий. Давай, тащи его, тащи. Давай, наверх. И вот сюда. Вот сюда, давай, двигай вот сюда. Так, дальше, дальше. Отлично, опускай. И теперь зеленый. Давай, желтенький я тебе вот туда уберу, чтобы он не мешался. Зелененький. Вот в эту щелочку надо засунуть. Так. Ну-ка, давай, я тебе помогу чуть-чуть. Сложно, да? И желтый. Где у нас желтый застрял? Потерявшийся, одинокий желтый. Вот тоже сюда его тащи. Давай, 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 давай. Двигай. Двигай, 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 двигай. Чуть-чуть я придержу. Давай, опускай его вниз. Давай, опускай. Вот так. Супер, Дэн. Смотри, мы с тобой лягушку собрали. Согласно нашему заданию. Вот этому вот. Смотрите, друзья. Два зеленых, два желтых, два красных, два синих. Потом желтый, зеленый, синий, красный. Красный, синий, зеленый, желтый. Давай корон поставим. Мы победили, Дэн. Покажи друзьям, что мы собрали. Номер один, да, покажи, что мы собрали, поставь карточку наверх. Давай, отсюда с той стороны тебе проще будет, ты отсюда не дотянешься. Один. Подойди вон с той стороны, где стульчик, день. Один. Да, и задание один мы выполнили. Одень карточку наверх. Давай, я тебе чуть-чуть помогу. Один, да, один, давай. Вот сюда одевай. Одевай на вот эту, вот в эту щель вставляй. Так. Одевай. Давай, одевай. Все. Оп, ну давайте я одену. Динь, смотри, мы с тобой справились. В следующий раз мы еще какую-нибудь карточку сделаем. Такая вот лягушка у нас получилась. Друзья, ну как мы сказали, это у нас логическая игра. Тренажер для развития интеллекта. Подучили цвета, потренировали моторику. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч, друзья! Пальцы вверх, да? Пока-пока! Пока!